Всем привет! Сегодня оракул Ленорман подскажет нам, что нас ждет на следующей неделе. Прям быстренько достану несколько карт и посмотрим. Ссоры, склоки, выяснение отношений. Какой-то король в доме нас ждет. Может быть, это какой-то владелец бизнеса, владений, имений и всего остального. Может быть, тот король, который вас ждет дома. Знания, возможно, обучение или какие-то, ну, вести вам придут. Не вести, а что-то вы узнаете. Знаете, вот как бывает, да, услышали, узнали что-то где-то. Давайте посмотрим, с чем закончится неделя. Ой, еще один король с деньгами. Ну, или просто деньгами, если кто-то уже работает на этой неделе. Рыбки принесут деньги. Ну, в принципе, да, хорошая такая неделя. Ну, не, если бы, конечно, вот эти крысочки нам не... Хотя, вы знаете, мышки, возможно, смотря по раскладу уже, по следующим картам, мышки, они же запасливые зверушечки-то, да? Они все в норку, все себе запасают на зиму. Так что, возможно, не все и так плохо. Ну, хотя, может, где-то с кем-то покусать. Ну, может быть, это просто сплетни, которые как бы вы обсуждать будете. Но вот эти два короля меня прям очень радуют. Всем желаю благотворной недели. Пусть вас ваши любимые короли с денежками ждут дома и с хорошими новостями. Возможно, кто-то начнет какое-то обучение. И это тоже плюс. Всех обнимаю. До следующих видео.